всегда, несмотря на то, что я живу много лет в Москве, несмотря на то, что я на сегодняшний день уже российская актриса и гражданка России, но я остаюсь гражданкой Молдавии, и я хочу сказать вам, что я бесконечно люблю эту прекрасную землю, на которой я родилась, и я всегда буду служить ей. Спасибо. Я свою карьеру начинала у Эмиля Владимировича Ладяна, у уникального, потрясающего режиссера. Это, конечно, какой фильм? «Кавер». «Кавер уходит в небо». Фильм, который купила 120 стран. Фильм, который... Я с этим фильмом была на всех континентах земного шара. Там был Григорий Григорьев, мой партнер. Вот это «Красные поляны», значит, еще раз. «Красные поляны», Эмиль Ладянов. С чего началась, собственно говоря, моя карьера. Анатолий Кузнецов, Стефан Данаилов, болгарский актер очень известный. Я здесь сыграла румынку, которая бежит от фашистов и там неважная история. Вот моя Марийка. Это Александр Ширвин, это картина Владимира Басова, которая называлась «Семь криков в океане». Это детективная история. Я здесь играла испанку, Мерседес. Все происходит в одном помещении на корабле. Я хочу вернуться к режиссеру, конечно, Эмилю Владимировичу Ладяну, у которого я начинала карьеру. Это был 65-й год. Я закончила среднюю школу. И поступала на юрфак. И стояла напротив пасты. Там был такой хлебный овощной магазинчик маленький, поколение старше, младше меня, конечно, уже этого не застали, не помню. И ко мне подошел представитель мужской половины человечества, который сказал мне: «Девушка, вы хотите сниматься в кино?» Этим представителем мужской половины человечества был Михаил Христофорович Бадикян, который впоследствии в фильме «Красные поляны» сыграл роль моего отца. Вот, собственно, человек, который меня остановил. То есть я стояла в троллейбусной остановке, он меня остановил. Он мне что-то стал говорить, я ничего не понимала, что он от меня хочет. Может, пристает, может, еще что-то, я не знаю. Но я вообще всегда носила очки. Я в каком-то платьице была, в очках, в хвостик. Ну, он почтенный человек, ну, думаю, не знаю вообще, что он хочет, какое-то кино, кино. В это время летящей походкой, как потом выяснилось, в белом костюме, молодой, красивый, 29-летний, это я потом узнала, Эмилию Ладяну. И Михаил Христофорович говорит: «Эмиль, я нашел себе дочь!» Какую дочь? Какую дочь? Я не поняла. В общем, слово за слово выяснилось, что они ищут героини для фильма «Красные поляны», что начинаются съемки. И чтобы я дала свой номер телефона для того, чтобы со мной связаться. Хочу сегодня при вашем присутствии исправить одну нашу ошибку. А именно, мы не вручили госпоже Светлане Тома медаль и бревет народного артиста Республики Молдова. Поэтому позвольте мне
вашем присутствии вручить привет и медаль Народной Артистской Республики Молдова. До свидания.